из главных культурных событий. Традиционная акция «Библионочь» прошла уже в 12-й раз. В этом году ключевая тема – любовь к книге. Библиотеки, музеи, культурные центры организовали увлекательные и насыщенные программы. Акция посвящена теме «Читаем вместе». На правильном месте решили уточнить в библиотеке имени Достоевского. Здесь привлекают новую аудиторию. Тех, кто стесняется ходить в читальни, считая, что для этого нужны особые навыки и подготовка. Но все гораздо проще, чем кажется. В этом году мы выяснили, что есть читатели, которые хотели бы пойти в библиотеку, но опасаются. Боятся там встретить строгого библиотекаря в очках, который будет интеллектом дарить. Поэтому мы решили сделать такую программу, чтобы поиграть с «Читаем вместе». Как безопасно прийти в библиотеку. У нас будет самый страшный и ужасный квест, который называется «Я боюсь ходить в библиотеку». В 10 ночи мы погасим свет, потому что обычно в это время закрывается наша библиотека. И вместе с участниками, при помощи фонариков и свечей, конечно же, электрических, мы будем с вами искать ответы и отвечать на вопросы, что такое книга, как вообще записаться в библиотеку, если ты не сдал книгу, что с этим делать и так далее. Ну, в общем, ждет мистические всякие истории. Может быть, даже мы встретим призрак библиотекаря. Все может быть. Печальных огней Ильича. Может быть, вспоминаешь кого-то, кто важен. Может быть, тот, кто важен, это я даже. Или в ночной пижаме перед зеркалом кремом лицо мажешь. Хотя какая разница? Главное, что ты есть.